28-й международный оперный фестиваль имени Максима Михайлова откроется премьерой «Мадам Баттерфляй». Его режиссер-постановщик, обладатель престижной премии «Золотая маска» Александр Лебедев. Одно из главных событий в культурной жизни республики стартует 21 ноября. В программе оперы «Дон Паскуале», «Отелло», «Севильский цирюльник», а также концерт басов. В Чувашии ждут приезда и звезд оперного искусства из Москвы, Азербайджана, Италии и Китая. Для зрителей выступят солисты «Геликон оперы» и «Большого театра». Симфонический оркестр театра оперы и балета зазвучит под управлением дирижера из Италии. Главной партией в «Отелло» 28 ноября исполнят итальянские солисты. За дирижерским пультом выступит профессор Леонардо Куатрини из Италии. 29 ноября в Чебоксарах пройдет межрегиональный форум «Стратегия и практика успешного бизнеса». Среди его участников свыше 200 экспертов в деловой программе «Вопросы управления качеством». В рамках форума наградят победителей конкурса «100 лучших товаров России». С учетом актуальных в настоящее время вопросов, рабочая часть форума представлена 8 тематическими площадками. Будут обсуждаться вопросы бережливого производства, повышения производительности труда, обеспечения кадрового потенциала отраслей экономики регионов, безопасности и качества пищевой продукции.